Космо, приветик, ну чё ты, готова за дуэльку слить обновление? Ну да, готов. Ну что же, готов слить мне будущий нож и так далее, правильно? Ага. Откуда? Просто скажи, откуда инфа, и все. И поехали. У меня друг-тестер, мы с ним познакомились в Казахстане, когда... Ну, я здесь живу, в Казахстане, ага. В Казани. А, то есть получается, что ты живешь, грубо говоря, рядом с офисом разработчиков, да? Да. Залетай на стендов XXX. Бесплатные кейсы каждые 2 часа. Лучший дроп. Быстрый вывод. Наличие увлекательной мини-игры Минер, а также контрактов. Крафти кейсы на стендов 3X. Смотри описание, там ты найдешь промокод на 30% к пополнению и ссылочку на сам проект. Прямо сейчас этот парниша под ником Космо пообещал мне то, что он сольет мне обновление. Давайте посмотрим на его профиль, потому что мне очень интересно, что же у него за профиль. К231, слушайте. Ну это, ребят, далеко не обычный аккаунт. Но я уже вижу, но это далеко не обычный аккаунт. Вполне вероятно то, что это действительно какой-то друг, там, не знаю, друг, зять, кум, брат, тестера. Но, возможно, это обычный школьник, который пытается меня обмануть. Так что, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и ждите дальше контент. И самое главное, смотрите это видео без примоток, потому что дальше будет интереснее. 3, 2, 1, поехали. Ну что же, прямо сейчас, ребятки, мы посмотрим... Кто же это такой? Я беру себе USP-шечку и, ребятки, вперед в атаку. Первый раунд. Пожелайте мне удачи и пожелайте мне победы. Потому что я, ребятки, дуэлюсь за всех нас. За обновление, вы понимаете? За обнову. Так. Чуть-чуть как-то странно, его чуть нигде нету. Может, он на респе крысит. Все, 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 изи, изи, изи. Первый раунд за мной вообще спокойно взял и забрал. Просто как батька уложил на лопатки 1-0. Просто хэштег по красоте. Вот это я раздал. Эх, ну чё, я наконец-то купил мой любимый фомасик. Сейчас фомасика, ребят, игра пойдет вообще. Вы прям обалдеете. Так, сразу кидаем туда гранатку. Сразу кидаем туда флешечку. И пушим его. Опа! Что, где он? Он тут, он тут. Ничего себе, он жесткий. Я-то думал, он дуб какой-то. Я понял, ребят, тут надо попотеть, окей? Так, ну что же, счет 1-2, поехали, поехали, поехали. Прямо сейчас, ребятки, надо выиграть, потому что парень что-то начинает прямо жестким оттащить, и он играет прям очень-очень по-читерски. Нормально, нормально, взял, 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 2-2, 2-2, 2-2. Не, ну, ребят, ну парень явно не промах, играет прям очень хорошо, красавчик. Слушайте, ребят, парниш играет очень хорошо, но у меня реально есть подозрение, что он читер. У него КД 31, вы это видели. Ну это явно читы. Явно очень похоже на читы. Так. А ну-ка. Блин. Блин, чувак, выходи. Так. Так. Страшно. Реально стрёмно. Стрёмно, стрёмно, стрёмная тема. Поехали. Да как? Да это читер. Ну не может быть. Ну это читы 100%. Ребята, вы посмотрите. А давайте мы еще проверим. Я еще ни единого шажка не сделал. Не буду топать. Специально проверим его на читы. Счет 2-4. Блин, почины, какая же путная карточка. Ё-моё, дуэль на слив обновления, так. И при том парень играет, не знаю, ну прям очень сильно похоже, что он читер. Я хрен пойми, где он. Не-не, ну я не верю. Я просто не верю в это. 2-5. Ну, ребят, как говорится, крысить не очень хорошо. Но когда мы играем на слив обновления, то можно. Тихонько. Ага, он не знает, где я. Сейчас, кстати, проверим, читер или нет. Не-не, не читер, видите? Вот если бы он меня только что убил бы, то он был бы читер. Мне не читер. Так, ну что же, почтенный счет 4-5. И, конечно же, это очень даже хорошо. Так, пацаны, поехали, поехали, поехали. И кого мы видим тут-то? Алло, пассажир, пассажир, давай, давай, давай. Ребят, я готов к хедшотику. Готов ему выписать хедшотик. Так, флешечка. Да, 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 5-5, камбэк! Просто мне ладошки вспотели, и это все ради обновления. Happy birthday to you. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почти, 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 почти. 5-6. Блин, ребят, сложно, сложно, сложно. Очень сложно, очень потная битва. Ну! Он слепой, он слепой, он слепой, 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 слепой. Ёханый бабай! Ай-яй-яй! 7-5, фиаско! Просто полная фиаско, полная фиаско. Все, ребят. Короче, я сейчас сделаю самую глупую вещь в мире. Но я куплю ОВМ! Ага, он еще выбежит, готовьтесь. Встречаем пассажира. Да! Да! 6-7!
Просто красота, я компечу. Ох, ребята, 6-7, и я играю с АВМ. Ну я просто самый сумасшедший человек, которого я знаю. Так, и давайте я возьму на всякий случай дигл. Мало ли он мне пригодится. Кто его знает, ребят? Ну поехали. Он тут. Да! 7-7, прикиньте! Я в шоке просто! Просто нету слов! У меня руки дрожат, 7-7! Блин, ребят, ну просто за такие дуэли надо ставить лайки, ну видели, как его раздал, просто как нуба голема, даже не почувствовал, просто как комара замочил! Ой, ребята, 7-7, вот это, конечно, да, вот это красота! Ну что же, последний решающий раунд, и прямо сейчас все решится. Ух, страшно немножко. Так, ну что, дружок, ты там уходишь или как? Ух ты, я пал. Давай. Да! Нет! Мы все просрали. Но подождите. Сейчас я попробую у него выманить обновление. Сейчас просто мы точно знаем, настоящий тестер или фейковый. Поехали. Да, привет. Да, брат, я проиграл дуэли. Я брал так, я тебе даю сейчас 100 голды, и ты мне сливаешь. По рукам? Нет. Мы договаривались, если ты выиграешь, прости, дура. Хорошо, подожди. А ты можешь хотя бы слить один будущий нож? Просто покажи будущий нож, и все. Я все пойму, окей? Ну ладно, показывай, как хочешь. Давай, показывай. Вот это, нож с обновлением, правильно ты сказал? Сейчас на стриме показывай, смотри. И ты сказал, что стрелочку приделал ты лично, правильно? Почему я эту картинку нашел в гугле? Ответь мне! Ты же говорил, стрелочку лично ты приделал, а? Так потому что это еще сливали. В смысле сливали? Ты сказал, что стрелочку лично ты приделал. Именно этот скрин я нашел. Я этот скрин нашел, мне его дали. Слушай, я специально сделаю видео отдельное. По поводу именно этой дуэли, чтобы люди в комментариях увидели вот это. Ребят, не верьте таким сливщикам, да это же просто... Я этот скрин видел полгода назад, но ты мне врешь явно, зачем ты врешь? Вот еще тычковые ножи, да, я тоже такое видел. Зачем ты мне врешь? Дружок, пирожок, ты меня слышишь? Зачем ты врешь, признайся, зачем ты врешь? Ну ладно, я вру. Ты врешь, и зачем ты врал? Не стыдно? Ну, я просто тоже давний фанат. Ты просто мой любимый ютубер. И поэтому, слушай, и поэтому можно врать любимому ютуберу или как? Ну, прости, пожалуйста. Слушай, вот так делать нельзя. Ребят, просто знайте, вот так делать нельзя. Я, блин, поверил. А он взял нагло и обманул. Это некрасиво. Реально, это некрасиво.